Так, друзья, всем привет. Меня зовут Виталий Андреевец. Собственно, вы на моем YouTube-канальчике. Сегодня у нас распаковочка и обзор. Спонсором данного выпуска является интернет-гипермаркет Zion, который находится в городе Гомеле. Ссылочки, ребят, все в описании. У нас сегодня на распаковочке и обзорчике вот такой вот винный набор от фирмы Circle Joy White 5 в одном. Короче, честно скажу, первый раз встречаюсь с вот такой штукой. Даже не знал, что как бы это есть на свете. Вот. Ну, собственно, стоимость ее в пределах 90 рублей белорусских. Вот. Посмотрим, ребяточки. У нас сегодня есть вино, у нас есть стакан. Вот. Сразу скажу, что здесь очень много интересных прибамбасов внутри. Поэтому давайте распакуем, посмотрим, что же у нас, что же нам предлагают. Вот. Собственно, вот у нас наш наборчик. Это вот сам этот прибор, который электрический штопор, судя. Вот он, ребята. Вот так вот выглядит. Очень интересно. Здесь внутри, кстати, штопор так и стоит. Вот. Посмотрим. Посмотрим, как он работает. Вот. Дальше у нас есть мануальчик. Собственно, вот такой вот. Вот. Потом такая чудная подставочка, которая не хочет вылезать. Вот, собственно, тоже ее. Вот это здесь, ну, красивая, кстати, о чем сказать. Такая подставочка, такие вот чудные пробочки здесь, они запакованы. Но сразу скажу, что очень красивые пробочки. Вот вторая пробочка, но под разный, видимо, диаметр. Хотя, может быть, нет, одинаково вроде бы. Вот. Есть еще у нас... это... не знаю, что это такое. Надо смотреть. Короче, будем открывать, ребят, потому что... не знаю, что это такое. Но интересно. Мне самому. Это какие-то... что-то доставать, я не знаю. Что это за штука? Острая, кстати. Не знаю, для чего это. Но. А что у нас указано в мануале? В мануале у нас указано, что это... это какая-то штука. Непонятно, ладно. Вот, и у нас есть... такой тоже прибамбасик. Вот, он надевается на бутылку и типа кислородом пропитывает вино, когда наливает. Ну, специально, короче, такая насадочка. Вот, тяжело достается она. Очень тяжело. Хотелось делать аккуратно, но, к сожалению, не получилось. Вот. И, собственно, у нас это все вот, вот такая штука прикольная. Вот. У нас выглядит, наверное, вот как-то так. Это ставится сюда. Вот. И у нас две еще остаются пробочки. Это пробочка. Вот, пробочка, кстати, прикольная такая. А, она прям с таким, видите, ребятушки, она как шприц. То есть вы ее вставили, и плюс можно как-то подкачать, наверное, или что, я не знаю. Очень интересно. Надо протестировать будет обязательно. Очень интересно. Интересный набор получается. Так. Вот такой, ребятушки, наборчик у нас. Все красиво. Вот. Пожалуйста. Так, сейчас уберем. Электрический стопор, который разработан после множества исследований, получил самую оптимальную технологию для того, чтобы быстро просто открывать бутылку. Процедура занимает не более 8 секунд. Две кнопки управления. Нижняя, чтобы открыть бутылку, верхняя, чтобы вынуть пробку. Прозрачное окошко позволяет контролировать движение пробки. Пробка из набора создает вакуум, предотвращает разлитие и позволяет больше сохранять свежесть напитка до 7 дней. Нужно снятие фольги во время хранения удобно фиксируется в основании штопора.
Короче, ребят, смотрите, то есть это вот я-то снял ножиком, как обычно, вот это всегда чудная вина. Вот, а здесь есть специальный ножик, короче, который, в принципе, вот он, наверное, так одевается как-то, да, на бутылку и снимается. Ну что, придумано очень хорошо. То есть и 90 рублей, ребят, это прям очень дешево. Сейчас посмотрим, как это все работает. У нас имеются батарейки уже в комплекте, кстати. Вот достанем сейчас мы предохранитель, который здесь стоял. Вот, и посмотрим, как это все работает или не работает. Так, вот он скрывается. Вот. Так, все работает, то есть, в принципе. Вот. Ну что, ребят, давайте пробовать. Собственно, будем открывать, смотреть. Вот это все так одевается. И пробуем. Ой. Вот он под... Кстати. Ну, в принципе, да, ребятушки. Все очень быстро. И смотрите, то есть здесь, получается, выезжает. То есть вот, собственно, все готово. Все элементарно и просто. Я в шоке. Вот. Сейчас попробуем, кстати, закрыть. Вот это так делается здесь. А, ну вот получается оно как насос работает. И вот оно, вот закачано все. Пожалуйста. То есть оно отсасывает воздух. И такой вакуум образуется. Как, в принципе, написано было. Очень интересно. Так, а как спускать? А, здесь просто открывается. Окей, хорошо. Ну что ж, ребят, попробуем сейчас налить. Вот есть такая насадочка специальная. Вот, которая обогащает кислородом вино. Вот. Ну, как-то так. Как-то так. Все это делается. Вот и типа, наверное, наливается. Не знаю, сейчас посмотрим. Какая-то система. Ребят, не знаю, это очень интересно. Вот остается немножко. А, оно сливается, видите, то есть все классно. Ребят, собственно, я удивлен. Очень классный наборчик, поэтому всем рекомендую. Мне понравился лично. Вот, на подарок прям то, что нужно. Заказывайте, ребят, заказывайте. Ну, я против алкоголя, поэтому вот придется все вылить. Ребят, спасибо, кто смотрел. Собственно, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, у кого есть такой наборчик, как вы им пользуетесь. Вот, по назначению, не по назначению, не знаю. Вот, и, собственно, ждите новые выпуски. Все будет. Всем пока.